это вспомнить детство, постримить немножко. Стримерское детство. Стримерское детство, да. Ну, вроде трансляция пошла. Чем вступаем? Что там за подтверждения такие? Что за подтверждение? Ну, что-то по фану. А что, в десятую, может, пойдем? Да, десятка что-то не настроена, сейчас станешь. Я не потяну. Я 215-й, Дим. В хиловском шмоте. В хиловской легой. Ну, поехали на пятый какой-нибудь. Там 5, 6, 7. Ну, вот я это ищу. Чумный надо? Крепленный. А? Чертоги мне бы пройти. У меня вообще нулевки. Мне чумные не надо. Или чертоги. Чертоги, шпили, туманы. Чертоги ноль. Было бы здорово. Что это такое? Прикинь. Че? Я релогнулась, и она пропала. Кто? Полоска. Победите, пожалуйста. Yeah. Очень хорошо, что она пропала. По идее. С танком. Танки. Ну, хоть кто-то. Та сторона. Конечно. Поняли команд. Чего? Эни НФ? Это о чем он? НФ? А не НФ, я не знаю, что это такое. От слова совсем. НФ. Найт. А, Найт Феи? Чего? Найт Феи? Ночной... А он спрашивает, есть ночной народ? У меня нет, но... Тир! Ментиры мы. А у вас что, нету? А куда надо? Что делать? Куда лететь? Та сторона. Та сторона. Есть. Есть. Alvin Tears. Короче, Дима, сидела я вчера поздно ночью. Если что, мы на стриме, так что это... если что-то секретное, то это аккуратно. Не, я хотела сказать, что у нас половина в гильдии отмороженные ребята, потому что я такая, мне было нефиг делать. Я сидела, да, качала аддоны, пыталась себе настроить интерфейс. Такая, ребят, давайте, типа, этот, позаполняю вам заметочки, что вам написать? Ноль. Ноль просто, вообще, ну такой мороз. А какой он будет? 20 человек. В принципе. Ну, на Альянсе такая же беда. Там Настя. Да ладно. Да. У нас нормально все на Альянсе было. Мы активные были. Да хотя и тут, ну, какая-то часть активная. Ну да. Какая-то. Пролетаете на сумму. Блин. Я не хочу. Мне как-то лень что-то. Вот у меня только один вопрос. Но... А, все, нашла, как посмотреть персонажа. Какой вопрос? Уже никакого.
Ты что там? Интересно, где моя книжка заклинаний? Пивасик пьешь? Нет, энергетос. О, у меня же есть пиво. Я сейчас Ого. вернусь. Зря мы напомнили. Ты что там? Интересно, где моя книжка заклинаний? Пивасик пьешь? Нет, энергетос. О, у меня... Ира нас захилит, короче. По полной программе. Клик, плиз. Кто там есть? Какой-то, а что это у нас в этом? Одиночка сидит, какой-то бизик Женя. Сам один, совсем Не один. знаю. Где одиночку? Да, как в одном из общих чатов. А, ну в Альянсе сидит. Слушай, я вот, честно тебе скажу, не различала, где какой это. Куда откроется, туда и залазила. Блин, руконожницы. Опять. Нет, это называется рукожоп. Это я. Это Это я. я. Это про босса последнего я. А, я про себя. А. Ну как так? Как так? Блин, мне вот последний босс вообще не нравится. От слова совсем. Ладно, если залить, то заебись. Что-то я так долго гружусь. Терин. Мира был. Да я гружусь, а вот все образилось. Спрашивает, у нас есть был? Да, два. У кого? У всех по два. У Ханта есть так? А, ты за ДД пошла? Ну да. А. Ты же вроде хилишь. Уже Или? нет. А, нормально. Так. Я немного абстрагировался, то сделала потише. Чего это? Ну так. Надоел. Да не то, что надоело. У меня сегодня такое аппетичное просто настроение. Чего? Пятница вроде. Не, ничего. Александр. Саша. От... О. Харе. Депрессировать. Да, я один денек хотел подепрессировать, явно, брат. Нет. Нельзя. Или ты это, не пьешь? Я сейчас не хочу. Я тебя Что случилось? поддерживаю. Что с... Я вас не поддерживаю. Я недавно. Тогда ты должна за двоих. Да, легко. Несите. Несите побольше. Так, а мы в каких ключах? В пятых? Я опять сумки Да. потеряла. Где у них? Кто? Сумки потеряла опять. Так, а чем мы сразу не пулим? Не, я пора.
Я просто агро сейчас что-то сбилось. Так, стоп. Ага, понятно. Херня. Извини, сыночки, извини, пожалуйста, Зоеньку, я больше не буду. Че, ругаться? Угу. Согласен, ругаться плохо. Блин, у меня нос чешется. Почему? А у меня насморк. Насморк? Где ты умудрилась? Нет, она не пропала. Эта штука не пропала. Ну, я, кажется, поняла, что это. Нифига ты какой это. Летел. Ай, блин. Я забываю, короче, про эту фигню. Ставим. Минус один. Хил. Хил тоже, походу, забыл. Берегитесь. Куда? За меня? Ку-ку. Извиняется что-то. Ох. У нас там ММ или БМ? ММ. ММ. I'm sorry. Сбил. Ай, бабосики. Берегитесь. И за уешки не ушел. Да, я заметил. Точнее, не заметил, а потом заметил. Бывает. Берегитесь. Ладно. Сначала заметил, потом не заметил. Уху, врываюсь. Я не врываюсь. Берегитесь. Выру. Тудух. На тебе щиток. Бля, убегаю. Не надо я. Живучая. Ай, кто его стрелял? Блин, опять. Берегитесь. Берите, пожалуйста, жрицу. Да, да. Я на ней стою. Значит, про вертушки призрак. Забыл. Текайте нахуй. Что-то как-то больно. Вообще. Сынов хакара. Чё так больно? Убивайте сынов хакара, они раздают АОЕ. Что-то я не помню, чтобы так больно было. Потому что хил не выхиливает банально. Вставайте, бегите. Я встал уже, да, бег. Напиши, пожалуйста, другим. Пожалуйста, мне не резко. У тебя не резко. Бабах. Бух. Бубух. Ложись. Дай, плиз. А чё дай, плиз, блять? А чё ему дать? Чё он хочет? Ах, чё за хил-то? Блин, ну у меня это... 1900. Типа...
215. А как он 1900? 215. Ну, а как он 1900 на фарме? Или он переспекался? Респект, наверное. Стой. Групповые. А, не, на хи... это, на хиле 1000 у нее? Хуйня. Ну, я по ХПС пиздец обгоняю паладина. Ай. А, это еще и пал, блин. Я говорю, это пал, блядь, чувак. Палы в рейдах нужны только от силы. Ну, не, ну большие ключи закрывают эти. Паладин. Типа из-за урона. Урон? Но я его обгоняю под бессос еще. Я вижу. Какой урон здесь-то идет речь, я в душе не ебу. Сейчас будет очень жестко, сразу играйте в... Вот в этого, в желтого. Да. Поставь, пожалуйста, меточку. Уже. Там они когда будут раскручивать свои спиннеры, я скажу, сразу отойдешь. Да мне... Первая АОЕшка пошла, да. Отошел. Отойди лучше. Отошел, отошел. Вторая. Да, вторая. Сбил. Лучший. Нету. В этого... В Шомана. Да-да-да. Секунда. А отбегайте. Поехали. Откройте там, блядь. Нормально. Так еще и нам что? Дали. Беги, малышка, беги! Блин. Я тут нагадил беги, немножко. Малышка, беги! Хуйся, все равно питается. Меня же не прошибет, по идее. Нет. Ну, ДБМ у меня это прям заорал. Все плохо. У меня в кулдауне какие-либо притяжки. Убейте, как арщит. Начал он ТП-шку. Что-то вам помирается. Ну, хил мне перехилил. 2,5 на 3. Но все равно пал слабенький. Он типа сам сейчас захиливал себя и ханта. Типа... Мне нравится трансмок у нашего ханта. Такой простенький. Красивый причем. А, как будто прям это. Из деревни вышел, да? Только. Да. Чисто ханторс. Да, быстрее. Ну бегу. Я на такси. Ты перебежала. Ой. Там несколько кругов наебашил, да? Нет. Нет. Да. Сейчас сразу в масочке играйте, пожалуйста. Ух. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Не, нормально. Нормально. Жить можно.
Ну, так он сразу, короче, сюда сначала. Ой. Мне мало опять проснулся. Плохо спит? Ну, что-то, да. Зубы типа лезут. Чуть-чуть еще приболели. Да, болит не очень хорошо. Угу. Так, он прикольный. Ёпчить-мопчить. Блин, если я отойду, сильно страшно? Здесь. Сильно. То там прям у меня крики прям большие. Прицепляйся за меня. Спроси у Пати. Берегитесь. А? Бля. Говна. Сейчас, отойду быстро. Давай. Сука, как она зло духой награл. Берегитесь. Ой, ты ж зеленая. Ну чё там? Чё-то это... Хотел сказки послушать, короче. Они кончились. Ну вот, не спит. Короче, он походу еще так и не уснул. Ну вот, типа поставили там это... Сказки. Они кончились. И все, и типа крики, короче. Типа хочу сказки. А вы чё? Обалдели, что ли? Да, включать это... и уходить? Не уходить, мама там. Ты понял, о чем я, да? Ну, да. Ой, сейчас больно будет. Ты что, я сдохла? А это там ваншот. А кто-то меня резнет или бежать? Бежать. Бегите. Беги, Лола, беги. Саш. Привет, Серега. Так а это... Что такое? Что с настроением? Сюда вроде камера. Я тут уже забыл, где она. Я сам не знаю, честно. Это пятница. Называется. Нах такую пятницу? Пизду, короче, мне не нравится этот... Ой, еще один аддон. Все, нет. Никакого... Вот сейчас, короче, доходим инста, я его удаляю. Правильно. Поставлю бартендер, омнию и все. Да, правильно.
что дизайн... Он, конечно, прикольный, но чересчур. Сейчас один из них будет кастовать, короче, смазку. Да, я же сделал. Да. А второго нет. Я второго себе не прожаю. Редко стримишь. Да, Серега, редко стримлю. Точнее, последний год назад стримил, наверное. А кто там? А, Серега залетел на стрим. Но это другой Серега. Вы его не знаете. Ай-яй-яй-яй, что я стою? Так, я этого сбил. Да, тоже. Мне нравится Хант, который просто он лежит такой, ну ладно, и это вы там потеете. Потеете. Выход из села для пидораса так-то. Сбил. Я тоже. А, просто сейчас заебашит, блядь. Надо было по одному их хагрить. Да, нету. Фигня. Сейчас мы его, короче, все. Что вы? Хант не встанет. Что вы? Не резайте его. Зачем, да? Меня не резали, его тоже не резайте. На попу пусть поднимается. Вихил. Серег, как дела? Упс. Нифига не понимаю, что происходит. Это надо вовремя. Пойдемте дальше, пока они там резаются, блядь, пока не дрочатся. Заебашим вот этих. Давай. А, эти есть умох. Это типа игра в World of Warcraft, типа. MMORPG. Онлайн. Да, тут взрослые тети и дяди думают, что они все еще маленькие. Да-да-да. На некотором просто похуй. Опять Хант отвалился. А, шоу, вот, не резайте его. Я не умею. Если я не умею, я могу не резать? У меня ресурсов нет для резов. Как же он это отвалится-то? На эпоху побежал. Дима. Чайник. Я же вот. Я пробежал. Я думал, я успею просто. А я прям по маслу побежал, мне похуй. А что у тебя тут, оттяжки нет? Я была ДК, мне все по боку. У меня после бессмертия, который игнорирует отталкивание и прочую хуету. А, прикольно. Чувак, я говорю же, мне вообще поебать. Добегай давай. Я бы не отказалась. Когда-то давно играл за эльфа. Но чаще в линейку, конечно. Во, сейчас выходит Lineage W. Блин, ты, кстати, Серег, не говорил, что ты в линейку играл. Бля, ребят. Во. Ты снова упал? Я, короче, прям на каемочку упал. Но я выжил. Бля, как нельзя же... Обидно, точнее, то, что нельзя грипнуть своего просто. А, да, а мне можно, но я этого не делаю. Чего сделать? Ну, вот эта притяжка, которая у меня есть, мобов. Я говорю, жалко ее к союзникам нельзя применять. Ну, там же прист может или кто-то. Кто-то может. Только да, прист. Могу. Да, могу. Но не делаю этого. Вы прикалываетесь? Мне тут кнопочки научиться нажимать вовремя. Сбил первый. Я тоже под сбитие попал. Да я вижу. Каст. Да, и хусим. Каст все равно в меня же летит. Все равно поменьше летит. Прибить. Перекрыл. Заебись. Да, че там? Хил перекрыл. Ну ха, хил вся, конечно, берет. Блин, Серега, а чё, когда ты в линейку играл? Что за фигня? Берегитесь. Ой, куда бежать? Перекрывай быстрее. А, через него. Да. Сойдет. Что мне надо сделать было, я не знаю. Зетку поставить, надо, чтобы она в нем была. Чтобы между, ну типа вот на двух
чувака появляются стрелочки, надо, чтобы они проходили диагонально через него. Я думала, это мне не про стрелочку, а про что-то другое. Блин. Что-то я принципиально не хочу взрывчатку. Синку, подведи чуть поближе, прям шажочек. А, кстати, ты ее застанила. А, с этим что делать? Опять на себя. Ну, подойди к ней, подойди, застань ее. А, все. Это оп. Стан, короче, она кидает, и ты должна просто подойти. Угу. Берегитесь, берегитесь. Успеешь? Да. Берегитесь. Нет. Нет, не успею. Стойте около нее. Ага. Пойду дальше, хорошо, да, давай, давай, пока-пока. Не в тайм, да, как я понял? Скорее всего, да. 16 смертей, чувак. Не, ну так-то, если запотеть, то можно и в тайм. А кто это набирал столько? А кто это столько набирал? Ну, блин, я умер. Я 2 раза. 3 раза. Ну, спасибо, моя солнышко. Мне 3 раза сдох. Тыкните быстрее, 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 чем-нибудь него киньте, духа. Блин, да. И вниз спускаемся. Сейчас маски будут появляться. Ебашь там маски. Да. Либо они нас захуярят. Не, ну, въехал. Воу, 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 чё, нет, чё? Я не хочу умирать. Не умрешь, я проживу. Нет, Хан заебал, он умирает, пиздец, с хуйни причем. Угу. Я говорю, Паладин нас не выхиливает, он просто не может выхилить. Нет, я не хочу умирать. Я старался хилить. Стой. Я в тебя верю. Либо же Ханта. Оу, положи. Какой из них правильный? Тихо, аккуратно. Да. Ту-ту-ту-ту-тум. Берегитесь. Да стоит. Я уже съебал. Вот опять у них собственно. В чем проблема? Ханта не пойму. Ой. Может он пьяный? Вполне возможно, пятница книга. От лица. Фу. Вроде никто не улетел. На 17 минут на 2 боссов и 30%. Нет, 30%. Это нет. Мы не успеем. Мы не успеем. Почему 19 ну, минут, да. Нормально, в принципе? 17. Не, сейчас этот будет долгая, да? Нет, нихуя она не долгая. Так. Ой. Да, самая любимая. Пул. Это. И это. А я же так пробежал, да, похуй? Вообще похуй. Вообще, ла-ла-ла. Дверь открыта, я бухаю. Знаешь, Тима, что он делал, когда я в холле спеки была? В этих, в... Там, где Макграфиня в конце на ласте. Ну? Вылазит щупальца, а он стоит. Мне похер. Так я дыхаю. Представляешь? А ничего, что я тебя хилила? Ну, ты умница. У тебя сразу это нервное, это сердечный приступ, да?
Не, мне, я уже привыкла. Скажу больше, я в Альтабе порой сижу, когда бегу к боссу. Читер. Ой, сало. Сон. Пар-пам. Я думаю, без дракончика будем. Пагрим все. Короче, сейчас, короче, да, петушню будем бить. Вы готовы дамажить прям очень много? Yes. Да, капитан. Ты за колонну же? Я сюда. Блин, у меня сон. Хуёво тебе. Согласен. Я прям вот врываюсь. Я ворвался. Все. Фигачу как могу. Могу я что-то плохо вообще. Так. Было. Мазгрип. Мазгрип не будет. Бля, бедный паладин, у него, наверное, уже 3 раза инфаркт случился за меня. Ой, Ирочка 15к нахилила, ух тышка. Нормально. Интересно, с чего у меня там по отхилу? Ты нанесла 15к. Ну, двенашка отхил. Да, у меня 11к отхила всего лишь. 12. 11,8. 12,1. Да. О, так можно было? О, я не знал, что... Ну, слушай, я неплохо. Я поэтому ходить. Здесь люблю ходить в основном. А, прикольно. Типа, за счет того, что вы забираете очень много вот этих петучей, вы скипаете банально вот тот трэш наверху и дракончика. Прикольно. А дракона вообще, в принципе, никто же не забирает. Не забирает. Да? На хай-ключах лучше забрать дракона, нежели этого. Нежели тот пак гусей. Mm-hmm. Просто некоторые вот сейчас налево уходят, снизу забирают. Часто. Тоже вариант, но это если очень сильно не хватает. Сон. А чего вы не прыгаете? Я сплю. Блин. Быстро. Спасибо. 3 секунды сплю. Здравствуй, Михаил. Здрасте. Кто зашел? Мишка. Мишка. Миха? Мишка, Миш, привет! Павел, здорово. Здорово. Привет. Тебе тихо-тихо сегодня. Да, я уже сонный, просто сейчас спать собираюсь. Все сегодня сон. Ну так время-то уже. 11 часов ночи. 11, да. Пятница, народ. Вы представляете, вот насколько мы уже стариканы. Пятница, 11 вечера. Все, 11. Я просто dead insult. Не, ну ты сыночек мой, это понятно. Это ты просто со мной за компанию. Мне не с кем было тебя оставить, вот я тебя и взяла с собой. Да-да-да, ключ. Ну да. Мама, тебе спасибо, нравится, что протащила ключ. Пожалуйста. Понятно. Так, ну я... Блин, у меня сон. Заебись! Короче, кинул куда-то туда. Че я во сне постоянно? Прыгай! Да я прыгаю. У нас... А там постоянно надо прыгать, пока на тебе бафчик такой, типа, сонное мерцающее полицание не закончится. Да? Не успели. Успели. Типа, как, пока на тебе это дерьмо, ты должен просто нон-стопом прыгать. Да? Либо на тебе стакается 10 стаков, если не ошибаюсь. И ты просто отправляешься в слип. Понятно. Просто у паладина это котенок, у него лапки, он не умеет диспелить. Я заметил. А я не буду диспелить. А, ну я и не могу диспелить, честно говоря. А у меня просто есть кнопка пробела. Я умею прыгать, да? Да. Я себе скачала декурсив, прекрасный аддон для ШП, он прям шикарен.
А что делают? Мы ключ. А, такие, короче, набор квадратиков. Один квадратик на одного члена группы или рейда. Так. А, если на кого-то вешается что-то, что я могу диспелить, этот квадратик загорается красным, и мне всего лишь надо по нему щелкнуть мышкой. Да, четенько. Ну, это, кстати, и Викаур умеет. Кстати говоря. Викаур — это тоже один из тех аддонов, с которыми я продолбалась. Поэтому все, я сейчас после этого данжа все удаляю, нахер устанавливаю себе бартендер, омник и все. А в стандартном интерфейсе можно сделать, что у тебя отображается только дебаф, который снимать нужно. Ну да, это тоже. И все. В рейде... Да. У меня есть декурсив. Это прекрасный аддон, к которому я привыкла, с которым я пользовалась хорошо. Еще со времен Короля Лича. Ну тоже. Ну и это хорошо. 10 минут, кстати, мы успеваем. Я говорю, мы успеваем. А что за паника, что мы не успевали? Ты наш раз делал панику. Сонечка, я с тобой, да? Нет, я с хилом. Ну, может... А, блин, я же не хил. Куда мне идти? Ну смотри, левое все занято, так я... что вы справа идете. Я на лестнице. Я справа. Или ты на лестнице? Не, она на лестнице лучше, ты... Да, я не знаю, где лестница, я под боссом запрыгну. Вот там, где ладно, под боссом. Давай, я на лестнице. Ты запрыгнешь? Да? Ну, должен, по идее. Берегитесь. Бабах. Какая рука? Левая, типа левая. Я что, под это подставилась? Мне нравится просто, что люди оставили очень много взрывчаток подо мной. А они специально к тебе пошли, ты заметил? По кайфу. Ладно, ничего не пробивает. Я вообще одной рукой играю. Я хочу купить себе мышку с 12 клавишами, вообще играть одной мышкой. А, это... Ryzen. Да. Блин, она неудобная. У меня на мышке 4 клавиши. Эй, нет, я сюда не хочу, нет. Куда ты хочешь? Я погнала к боссу, под босса справа. Справа под босса, там мой! Все, я бегу. Ага, я не успел. Прям блин. В секунду, короче. Это плохо. Ага, прям секунду. Босс убивается за 3 минуты, by the way. На любой сложности. Главное, задамажить это дерьмо. Это какой у нас... Один, блядь... убит. Второй убит, да. Третий. Он слишком далеко. Да. Лис, он к тебе сам... О, блядь, Лис. Ирк, он к тебе сам близко. Я бегу, но это бесполезно, если честно. Бля. Ладно. ШП, это же один из самых быстрых классов. Что, ага. Не знал? Скажи, это ДК. Скажи, там. Дед пошел спать, спокойной ночи. Давай, пока-пока. Дим, ты далеко от меня, я не могу тебя повернуть. Да я знаю, вы на другой платформе. Сказать, как бы я не хотел. Левая рука. Мид, правая рука. А теперь правая. Сейчас правая, да. Ну, какая-то звездочка такая вверх улетела. Что было сейчас? По фану чисто. Ну, плюс один закрываем. Ох. Хотя бы так. Да. А куда мне? Куда бежать? Я направо под мышку. Вы вправо под мышку ушли? Или куда? Ладно, все, плохо. Я не знаю, куда я ушла, но я... Просто их по-новому надо всех убивать. А, да? Почему? Да. Нет, только одного. А, значит, я к нему попал. Вот, ты к нему и попал, да. Я самый гений, значит, ты. Ты меня, кстати, риснуть потом сможешь. А ты здесь? Да. Вон, как раз он появился, где мой трупик. Не, далеко. Почему далеко? Налево поверните. Вот он передо мной стоит.
А уж как раз сюда. Вот ты как раз по мне пробежался. Просто я был на этом, на мосте, я не, на мосту. Ну да. Да, на лестнице. Плюс один, как я и говорил. И нихера. А я не понимаю, что мне упало. Почему? Споги. 220-й. Крит верс. Ну это нахила, оно мне нахуй упало. А вот кираса была... А, не, подожди, что там? Что там еще у кого упало? Споги. Пэм-пэрэм-пам-пам. Так. А что, куда это я? Ир. Ой, спасибо. Здесь на выход. Дим. Что? У меня, короче, появился очень классный друг, так, который меня постоянно катает на Харли Дэвидсоне. Понимаю. Ну, еще там пару раз на мохнатом, на своем, но то уже другая история. Это про мамонта, если что. Причем там на мохнатом каталась не только я, еще и Рома. У нас был неплохой бутербродик. Тройничок. В середине, да? Мы с Ромой по бокам. Саньку понравилось, да, поход? Я думаю, всем понравилось. Никто не был против. Меня, тебя там стрим не забанят за мои вот эти вот? Не знаю, но по идее. Стой, ты на Твиче? Твич, Скайп, ой, Скайп, блин, этот. Ютуб, Твич, ВКонтакте. Я могу сказать три слова, за которые тебя, скорее всего, забанят. Не надо говорить ему три слова, за которые его забанят. Зачем? Я знаю три буквы, за которые меня забанят. БДСМ? Нет. А, четыре. ЛГБТ. Это четыре тоже. Да? Блин. ЛГБТ. Лесбиянс, гей... бисексуал, трансгендер. Ага. Все, бан. Шарю. А что, сейчас сходим? Сейчас я релогнусь, выключу эту всю пилоту. Да, конечно. Давайте, пока-пока-пока. Это я не вам, но я вот вам. Вот вам, пока-пока. Ты решил на всех пожаров вырубить стрим? Да я тестово запускал это, проверить, как бы, что у меня с тачкой, что у меня с настройками. Чего оставил бы, я бы сейчас перлы такие начала выдавать. У меня как раз такое настроение, я... Да? В интересном настроении, которое я сверху еще и полирнула. Хотела пивом, но нашла шейк. Ого. Ого, нормально. Не, я так тестово. Ну ты, если что, зови.